Пожалуйста, вернись ко мне, я прошу тебя. Ну где ты? Ты видишь, мне плохо, мне хуёв. Не хочу жить, я хочу знать. Ты чё, серьёзно, малышка, поверила? Мне похуй. Новая сука, будто порнхаб. Она называет мой член гигант. В постели она демон, я сектант. Чувак, но завтра её брошу, мудак. Сегодня у самого дорогого человека в моей жизни день рождения. Элечка, любимая моя, жена моя, единственная и неповторимая. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не огорчалась, всегда была радостной, чтобы твои мечты всегда сбывались, чтобы то, что ты начинала, всегда доводило до цели. Ты самая родная и единственная моя любимая жена. Ты ведь подарила мне семью, ты мне подарила детишек наших. Желаю тебе всего-всего, а самое главное, оставайся такой же нежной, ласковой, любимой и иногда ворчливой женой. Я люблю тебя. Девочки, мы пропали, на самом деле, мы в Москва-Сити ходим, гуляем, я покупаю все разные платьишки, купила костюмчик в Адидасе, а Мирочка сейчас зашла в детский мир, к нам приехала еще, помимо того, что Эльмира, тут еще приехала старшая сестра со своим сыном, в общем, у нас весело, очень, очень весело, у них уже болит голова, у меня нет, потому что я привыкла круглосуточно находиться с двумя детьми, мне вообще это все на лайте, я бы сказала, на изи. Идем, Амир. Я просто, вот у меня ребенок будет орать, разрываться, пищать. У меня ноль эмоций. У меня это не раздражает, не напрягает. После того, как ты поводишь за рулем и сзади у тебя пищат дети маленькие, тебя, поверьте мне, никого крик трогать вообще не будет. Потому что, когда орут дети и некому им дать соску, и в этот момент ты ведешь, вот это трэш. А все остальное это херня. Ну, что? Что? Как глядят люди, которые оставляют все на последний день? Буду сейчас стирать коляску. У нас просто все. Мы всю ночь не спим с Эльмирой. Мы всю ночь не спим, потому что у нас тут вот. У нас дурдом. Девочки, вам снять вообще, что я купила или нет? Как выглядит? Сейчас стул постирали вчера, вот, засовывать. Это трэш, вот, а это вчера такое? Говорю, Эльмира, засунь мои два белых платья постираться. Хорошо, все, платье не стиран, рюкзак не стиран, коляска, все на, у нас, все на последний день. Весело мы живем очень весело, вот так вот. Паспорта не собраны, мозги не собраны, это так, это люди, у которых нет мозгов, это мы. Вот куда не едем, все, везде вот так каша-маляша, хаос. Хаос — это наше все, да, Элька? Mm-hmm. Мы еще начали сраться, сейчас она говорит, ты хочешь со мной посраться? Давай завтра посремся, времени нет сраться. Девочки, я себе приготовила сейчас буррату, мы с Эльмирой поедим, уже не знаю, час ночи, наверное, мы сейчас будем. Есть у нас тут вот такой вот трешак. Девочки, боже мой, в каком я магазине. Посмотрите, какую красоту я меряю. Такая чистота, тут можно в носках посходить. Смотрите, как вам такое платье. Мне кажется, симпатично. Ну, только, наверное, М, да, померить надо, а не L. Потому что оно прям большое. Красиво. Кстати, такое платье стоит 8 с чем-то. Как тебе? Короче, я нашла два. Как тебе это платье? Не написано бестселлер. Померила вот это платье, мне так понравился цвет, но оно что-то вообще не то, потому что тут все вываливаться будет. Бирюзовое.
или белая. И вот белая. Девочки, я взяла два платья. Эльмира себе бесплатно одно. И я сейчас буду мерить еще одно красное платье. Вот такое вот. На, это тебе подарок на день рождения. Девочка, мне Гуля привезла подарок на день рождения. Ребенок. Так, смотрите, какая красота. Мама любит подарок. Открывай. Укачок. Ну-ка, сними себе Тимура, как он говорит. Что ты говоришь, Тимур? Кольцо. Кольцо? Да. Это мама любит и подарила мне такой подарок. Да, потому и дара. Дети в предвкушении. Открываем. Да. Ну, окно. О, Тимур. О, коробка. Итак, дети, сваливаем. Не, а кольцо. Ты уже куртку ешь, да, мой сладкий? А кольцо. Так, еще одно. И посними Эльмирину рожу. Вот да, да. Она прямо так сидит. Вася, ты. Так, открываем. Как их снимешь? Снимай, как он прыгает. Как их тут всех снимешь? Они все не помещаются. Вот так, в общем, кадров снимаешь. Дай ей посмотреть, ее надо посетить, стоять, как барабан убили. На, это тебе. Снимай, Гуля. О, отпусти мне, я еще новое не одела, у меня уже отжимается. Реально. Это что тут вообще, серебро, золото, кольцо, серебро, 925 пробы. Посмотрите, какая красота. Давай, это не твое, это иди. Посмотрите, какие бриллианты. Там и она этот. Палец отвинчивает. А может быть? Паузу поставь. Полезла? А почему сюда ты говоришь? Да муж, что... муж бриллианты не подарил. Гуля говорит, а денег говорит, вот сюда, как типа этот. И все думают, что муж, да, подарил? Ну, красивая. Вообще классно. Сколько оно стоило? Признавайте, сколько ты на него потратила? Не скажу. Это подарок. Что, я еще должна говорить, за сколько я подарок купила? Вот ты странная. Ну, мне интересно просто, сколько ты на него работала. Покажи мне твое кольцо. Вау, это просто шикарно. Мне коробочка нравится. Посмотрите, сколько мы всего взяли. Клампу и это, и Амиру. Тут вообще трэш. Даниль сегодня во всем Амиркином. Комбинезон Амира, шапка Амира. Амир собраться не может. Девочки, всем доброе утро. Мы с Эльмирой с утра собираемся. Теперь вы знаете, чем мы занимались в 4:30 утра. Мы не спали до 4:30. Мы собирали вещи и снимали вам рилс. Вот так вот проходят наши дни. Не спавшие. Называется не сравшие. Едем теперь. Вот сюда. Смотри, много не бери. Немного. А маффины, они старые, не бери маффины. Там что-нибудь поедим. Все вместе. Все, короче, мы ждем такси. Даниль, как тебе в Амира вещах? Скажи, вы обалдели, полуночники. Дайте поспать. Поспать мне дайте и шапку сними. Мне нравится снять. Ты мой хороший, сейчас сниму, Даниль. Ой. Девочки, у меня сбор чемоданов. Памперсы отсюда перекладываю сюда. Видите, они такие в разных пакетиках. Первый чемодан готов, надо будет второй собирать, документы, в общем, трэш-контент, прокладки, все берем. Воды, еще ужас, вот в Индии, да, со своей водой детской, конечно, переживаешь лишний раз. Целый пакет питания сейчас буду класть, это все мы забираем с собой, все. Не знаю только в какое место запихать. Кабриты беру, кашу.
питание детское. Салфеток вообще в том чемодане, их дофига, разные эти лекарства. Эту вату я брать не буду, она слишком большая. Тут всего. Вот это все питание Данильчика, это батончики его. Девочки, я все беру с собой, потому что надежды нет. Тут вся кабрика. Смотри, целый пакет, я не знаю. Куда ставить. Нет, это абсолютно все питание. Вот. Пакет целый. Пюрешек. Все, пипец. Вот так я собираюсь в отпуск. Вот отпуск, девочки. И что тут? Девочки. Мы едем в аэропорт. Эльмира с нами. Она нас провожает. Потом она поедет в Тулу. Я выгрузила для вас пост. Мы с ней ночью не спали. Снимали для вас рилс. На самом деле она обожгла руку. Это ладно. У меня такое странное лицо на видео, когда мы снимали рилс. Не просто так. Эта хлопушка оглушила просто и меня, и Эльмиру. Мы летом брали хлопушки. Они просто стреляли. И там были конфетти, разные такие штучки. А это мы взяли хлопушку где-то там в какой-то подсобке в Москва-Сити на первом этаже. Она прям оглушила. Я думала, меня контузило. Просто контузило, я думала. Это был такой хлопок. Это было что-то, короче, трэшевое. И у меня был прям шок. И у нее тоже. Девочки, таскаем постепенно вещи. Таксист так ржал, как я детей. Я даже вот такую маленькую колясочку... И то умудрилась их двоих запихать. И говорит, что не первый раз уже, говорит, да? Все, мы идем. Что? Я памперсы могу Максу взять. Нет, давай мне. А вон ту бери. Вот так вместе? А как я снимать буду? Скажи, крыша поехала, что ли? Какой снимать? С ума сошла, что ли? Что такое, Амир? Лежи, терпи. Братик спит. Поехали. Ну что, Эля, в добрый путь тебе. Я прям мать героиня. Здорово. Ищем кафе, чтобы перекусить. Тут все по 1000 рублей бургер. Это, конечно, такие цены сумасшедшие. Ищем что-то поэкономить. Девочки, мы в аэропорту решили покушать. У нас тут медовик. Борщик. Тут есть муму, но в муму тоже дорого. На 4500 у нас вот это вышло, хотя тут немного. Эльмира взяла себе лапшу, картошку с грибами, стейк, салатик. И я вот так вот сейчас покушаем. И она еще пошла сейчас фри брать. Ну тут дорого все, конечно. Девчонки, сейчас будет реклама, но очень полезная, поэтому не советую пролистывать. Каждый раз, когда я получаю подарки от Бекки или мы проводим время вместе, мне прилетают вот такие смс. Это просто трэш, он деревянный, этот медовик. Сухой. Это надо настолько невкусно готовить. Вы помните это место? Никогда в жизни здесь не ешьте муму. В аэропорту Шереметьево это самое ужасное место. Самое ужасное.